Всем привет, дорогие друзья! Привет, Сэм! Мы находимся в Гази-Паше, практически в 40 километрах от Алани, на очень красивом пляже. Сейчас вам все покажу и расскажу. Не доезжая до Гази-Паши, в прошлом году был оборудован пляж Ай-Султан, который был предназначен только для женщин. Находится он примерно в 40 километрах от Алании. Ссылку на карту я вам оставлю, и ссылку на другие красивые пляжи оставлю тоже. Пляж этот работал с 8 до 19, и сюда могли приходить только женщины. Но сейчас этот пляж закрыт, а точнее закрыт, заброшен, потому что две мэрии не могут решить, кому этот пляж принадлежит. И потраченные 2 миллиона лир, к сожалению, ушли в никуда. Здесь в прошлое воскресенье здесь был открыт проезд для машин, но, конечно же, машинам проезжать запрещено. И засыпали вот таким вот образом, чтобы люди только могли проходить. Кстати, друзья, не забывайте подписываться на наш Инстаграм. В нашем Инстаграме очень много всегда интересных фотографий, историй, каких-то объявлений. Ну, в общем, очень много полезной информации, поэтому подписывайтесь. Ссылка в описании к этому видео. И вот такой вот здесь красивый пляж. Нет совершенно никого. На стоянке буквально было там 2-3 машины. И... как я уже говорила, раньше этот пляж, сюда приходил трансфер. Можно было сесть на автобус в центре Алани и доехать до этого пляжа. Здесь было кафе, различные бунгало. Ну, в общем, очень-очень все было хорошо обустроено. И, к сожалению, сейчас пляж не принадлежит никому, не могут решить, кто этим пляжем будет управлять, скажем так, кому дать в управление. На самом деле, друзья, в Алании очень много пляжей с песком, с галькой, с мелкой галькой, с плитами, без плит. В общем, на любой вкус, цвет, возраст, для детей, без детей. Поэтому... мне постоянно приходят комментарии о том, что вот на Клеопатре плиты, в Махмутларе плиты, песка нет и так далее. Никогда не приму эти комментарии, потому что в Алании очень много разных пляжей. Потрясающие песчаные пляжи есть в Инжикуме, в Гази-Паше. Потрясающие пляжи с галькой, даже с камнями, с глыбами, на которые невозможно пройти, есть в Алании, в Гази-Паше, в общем, в разных-разных районах. Поэтому разных пляжей просто огромное количество. И... выбирайте пляж, который вам подходит. Это очень важно, чтобы потом не разочаровываться. Ну, а сегодня мы приехали на этот пляж, потому что мы не захотели пойти. Ой, конечно, я хотела очень пойти на Домлатаж, мой любимый пляж, но там очень много народу. И просто хотелось отдохнуть в тишине и покое. А здесь, посмотрите, никого. Совершенно никого нет. Очень здорово. И сейчас мы будем тоже здесь купаться. Буквально 3-4 семьи. И очень красиво. Жаль, конечно, что мэрии Алани и Антали не могут решить, кто же, кому же этот пляж принадлежит и как им управлять. Вот посмотрите. Все, к сожалению, разрушается, пока они решат, что делать. Народ купается. Не знаю, мы на этом пляже первый раз. Не знаю, какой здесь вход в море, что здесь, камни, плиты или плавный песочек. Но сейчас все узнаем.
вход в воду здесь песчаный, как вы видите. Когда заходишь чуть дальше, то берег спускается, и камни, небольшие камни, смешанные с песком. Но вода, друзья, невероятно чистая. Посмотрите, какая чистая вода. Айхан уже там купается, ну и я пойду тоже. Мы немного покупались, отдохнули на этом потрясающем пляже. Друзья, что я хочу сказать? Это один из лучших пляжей для меня, на которых я была. А знаете почему? Потому что народу никого. Посмотрите, никого. Пляж не песчаный, хотя... Начинается он как песчаный, дальше идет мелкая галька и очень крупный песок. Это супер, потому что я не люблю песчаные пляжи. Ну и купаться здесь было просто одно удовольствие. Жаль, что этот пляж заброшен и не обустроен. Очень-очень жаль. Природа просто шикарная. Сейчас мы с вами отправляемся еще в одно место. Там мы купаться не будем, просто покажу вам сверху. Это Иотапе, древний город, античный город. И там тоже есть пляж. И там просто невероятно красиво. Сейчас мы приехали в одно из самых красивых мест Алании, точнее Гази-Паши, называется Иотапе. Здесь очень красивая лагуна, в которой можно плавать. В описании к этому видео смотрите ссылку на видео прошлого года, как мы здесь были, ну и, конечно же, ссылку на карту, где это место находится. Так вот, мы уже слышим внизу шум волн. И, друзья, я вам всегда говорю, когда вы ездите в лагуны, в Гази-Пашу, берите удобную обувь. Потому что спускаться приходится по камням, по различным тропам лесным. Ну, сейчас вы все поймете. Вот такая вот у нас здесь тропа, по которой, конечно же, в шлепанцах идти будет очень неудобно. Поэтому надевайте удобную обувь. Здесь сюда можно приходить на пикник, на пляж, ну и просто наслаждаться вот этой вот красивой природой. Сейчас время уже около 6 вечера, солнце заходит. До заката мы вряд ли здесь пробудем, но представьте, какой здесь красивый закат. Вот Айхан пошел на одну из смотровых площадок. Сейчас с вами тоже туда пройдем и посмотрим вид на этот красивый пляж. Солнце уже зашло, поэтому вода не такая голубая. И по ссылке смотрите, как мы были здесь в прошлом году. Здесь очень красивая голубая вода, солнце уже заходит. И, конечно же, если вы сюда придете, то берите с собой удобную обувь. И особо расположиться здесь тоже не получится. Песка здесь нет, но море
невероятно красивая. Далее, если хотите спуститься на пляж, нужно идти вот в эту сторону. Сейчас мы с вами чуть-чуть пройдем, покажу вам дорогу, но вниз мы уже не пойдем, потому что солнце заходит, и мы едем уже домой. Ну, а природа здесь просто невероятно красивая. И, как я вам уже говорила, Алания – это потрясающее место, потому что вот вам море с той стороны, а здесь у нас настоящий хвойный лес. Ну и, конечно же, если говорить о пикниках, зонах для пикников, плавания и так далее, то в Алании, в Газипаше этого очень много. Поэтому даже приезжая или живя в таком курортном месте, как Алания, можно ходить в лес, на пикник, ну и, конечно же, зимой отправляться в горы или пить снеговиков и играть в снежки, что мы с вами и сделаем в январе-феврале этого месяца. Ну а по ссылке в описании смотрите, как мы были 2 года назад в горах на пикнике, на шашлыках, и когда в горах было очень много снега. Я надеюсь, вам понравилось это видео, и приезжая в Аланию, готовясь к отпуску в Алании, проводя здесь время, вы посетите много разных классных и красивых мест, потому что Алания – это не только пляж Клеопатры, это много исторических и природных достопримечательностей. Ну а на сегодня мы с вами прощаемся, всем всего хорошего, пока-пока, и не забывайте подписываться на наш Инстаграм, ну и, конечно же, смотреть передачу «Лица Турции». Все ссылки в описании. Знакомьтесь с интересными людьми, которые живут в Алании. И добро пожаловать! И как постскриптум, друзья, хочу рассказать вам немного о Газипаше, точнее показать банановые плантации, которых в Газипаше просто огромное количество, потому что Газипаша является одним из крупных сельскохозяйственных районов в Турции. Так вот, помимо того, что здесь выращивают все самое основное, как кабачки, баклажаны, помидоры, огурцы, здесь растет очень много тропических фруктов. Ну и, конечно же, бананы. В Турции Алания – это единственное место, которое подходит для выращивания бананов. И бананы здесь растут круглый год, как вот так вот открытым способом, так и в теплицах. Все эти плантации частные. Здесь даже стоит вывеска, что заходить нельзя. Но я думаю, нас не наругают, если мы вот так вот поснимаем в отдалении. В общем, вот таким вот образом выглядят бананы. И сейчас бананы начинают созревать. Вот вы видите, они сейчас находятся под пленкой, потому что ночью уже начинает холодать, и их накрывают, чтобы они не замерзли. В общем, банановые плантации – это очень красиво. Послушайте, как они шумят. Очень здорово. Поэтому, если хотите, чтобы мы отправились на банановые плантации и показали вам весь процесс, как они растут, как их собирают, куда их отвозят, как их моют, перерабатывают и так далее, напишите в комментариях, мы обязательно это сделаем. Потому что, ну, это очень интересно.